Тот день был предпасхальный, как обычно. Израиль к празднику святому был готов, а пресноки готовились привычно. И агнцев заколали для столов. Все было как всегда, но та вечеря записана историей навек. И я христианин, я свято верю, что помнит ее каждый человек. Иисус Христос взял хлеб благословенный и, преломив, ученикам раздал. Потом Грааль с вином он взял в ладони и Новый Завет детям своим дал. Чтоб никогда они не забывали того, что на Голгофе он свершил, и хлеб с вином благоговея брали, ведь в этом жизни вечный смысл сокрыт. И всякий раз, когда едим мы хлеб сей, и всякий раз из чаши, когда пьем, мы возвещаем о Господней смерти, и встречи новой с Господом мы ждем. И всякий раз Голгофу вспоминаем все муки, что за нас Он претерпел, о теле Господа, о церкви рассуждаем, исполняем то, что Он велел. А если нет, тогда мы недостойно берем участие в хлебе и в вине и будем перед Богом виноваты, да и наказаны вдвойне или втройне. Поэтому так важно всем важно всех проверить, чтоб с миром осужденным нам не быть, покаяться и твердо Богу верить, и свято каждый день перед Ним ходить. Аминь.